Ребят, всем привет! С вами Светлана, и я вновь в своем гостевом доме, так как я являюсь здесь администратором, принимаю бронирование. У нас есть небольшие акции для вас на некоторые номера. Обязательно посмотрите, потому что, обещаю, цены будут приятными, но они только на некоторые номера и на некоторый определенный период. Парковка у нас вот здесь, вот где машины не ставить, за территорией, то есть прямо напротив нашего дома гостевого. Если у вас свой автомобиль, вы просто указываете при бронировании, что нужно одно парковочное место, и, соответственно, 150 рублей в сутки ваша машина будет здесь находиться под охраной, закрытой территории. Здесь также у нас есть еще пекарня «Поварешка» и салон красоты «Парикмастер». Внутри нас встречает зона отдыха, здесь можно покурить, и также здесь можно вечером посмотреть в тени телевизор, если вдруг нужно. Здесь находится наша общая кухня, многие спрашивают про нее, можете готовить и самостоятельно. Вот здесь вот большой холодильник, здесь вы можете поставить большие кастрюли, то есть негабаритные какие-то сковородочки, чтобы не нести в номер. Давайте посмотрим наш первый номер. Мы его еще пока не сдавали, вот сейчас только начинаем сдавать. Он уже готов, укомплектован всем необходимым. Смотрите, у нас сейчас идет акция на 3- и 4-местные номера, на некоторые, не на все, конечно же, именно стандарт корпуса, это который двухэтажный. Здесь как бы небольшие номера, поэтому стоят они очень доступно. Вот если у вас двое или трое, то вот такой вот номер обойдется вам 1500. Если у вас четверо, то 2000, то есть 500 рублей с человека. В номере все стандартно, есть холодильник, комод для вещей, некоторые вешалки, вдруг у вас платье, телевизор. И санузел. Санузел, конечно, здесь тоже укомплектован всем необходимым, абсолютно свежий после год назад вот только сделали ремонт, даже есть тропический душ. И, конечно же, сплит-система, она вот она у вас, пожалуйста, прямо перед вами. Единственный момент, многие спрашивают, почему нет шкафов. Это сделано для, конечно же, сокращения помещения, да, от захламления. Ну и, соответственно, здесь есть ниши внизу, комод. А если вам нужно что-то повесить, пожалуйста, вот они, вешалки. То есть мы продумали этот вариант, не переживайте, вещи будет куда разместить, не волнуйтесь за это. То есть здесь все продумано, конечно же, с вашими потребностями. Так, в этом крыле у нас находится 5-й номер, он 3-местный, давайте я вам его обязательно покажу. В 3-местном номере у нас стабильно везде одинаковое размещение. То есть, смотрите, здесь висит телевизор. Опять-таки комод, как я уже говорила, вещи будет вам куда повесить и положить. Холодильник, еще один небольшой комод. И вот такая вот кровать. Здесь двуспальная внизу, а вверху односпальная. То есть 1500 за номер, можете хоть вдвоем. Также вот есть вешалочки, вот крючки, еще вешалочки, то есть сплит-система. И давайте санузел тоже покажу. Они везде идентичные, то есть все свежие. Этот корпус у нас год назад, после ремонта первый сезон. Вот сегодня второй сезон получается этому корпусу, в этом году второй сезон. 1500 за номер, номер 5. К слову, у нас таких номер 4, я вам сейчас их все покажу, чтобы у вас понимание было, что они идентичные, но только цветовая гамма различается в них. Так, это у нас второе крыло, здесь у нас 2 4-местных номера, а вот здесь 8-й, такой же самый, как я и говорила, идентичный предыдущему номер. Здесь получается он тоже 3-местный, также здесь есть телевизор, сплит-система, двуспальная внизу кровать, односпальная вверху, мини-холодильник, полочки, крючочки, вешалки, комод. Все стандартно, и здесь тоже на первом этаже, даже вот такой вот есть вид из окна во дворик. Во дворе столики стоят со стульями, вы также можете вечером посидеть, да и хоть днем, когда вам удобно. Здесь санузел, тоже видите, все свежее, чистенькое, аккуратненькое. Тоже везде, во всех номерах вот этого корпуса установлен вот такой тропический душ. Это сделано для вашего удобства и комфорта. Хотя номера сами по себе не очень большие, но по цене 1500 хоть вдвоем, хоть втроем заезжайте. 8-й номер в вашем распоряжении. Так, лестница у нас сделана очень удобно. Здесь у нас клумбы растут с цветами. Здесь еще пока маленькие в этом году, но еще без, обещаю это спуститься, будет вообще красотища. Так, здесь у нас получается, многие спрашивают, конкретно 2-местный, то есть безо всякого там, без яруса. Вверху есть у нас один такой номер, он один вообще, и он тоже свободен по 19 июля. Его цена также по акции будет 1500 за номер. Вот здесь вот видите, двуспальная кровать, холодильничек, телевизор, сплит-система, вешалки, комод.
И санузел тоже. Тоже. Здесь, правда, не тропический душ, но поинтереснее, побольше по планировке он и вместительнее. Вид из окна здесь получается на не во двор, а на улицу Горького. Улица, хотя, на самом деле, вот сейчас машина ездит, в номерах, честно, ничего не слышно. Многие за это переживают, за это не волнуйтесь. То есть у нас здесь хорошая звукоизоляция. Wi-Fi и на каждом этаже усилитель. Даже вот есть такое маленькое-маленькое место для кормления ребенка, столик. Давайте я вам покажу теперь на втором этаже стандарт номера. Так, здесь пятиместный номер, он занят. Давайте номер 10 пройдем. Номер 10 также у нас свободен по 19 июля. У нас очень большой заезд 19 июля, именно поэтому мы выложили акции на даты до этого числа. Пиковое время начинается 19 у нас июля. Здесь у нас четырехместный номер. Номер 10 на втором этаже, здесь телевизор. Сплит-система, холодильник, комод, зеркало, вешалочки. И давайте санузел вам тоже покажу. Такой же красный красивый санузел. Тоже окошко даже есть. И тропический душ. Если будут заняты трехместные, да, а вас трое, то 1500 за этот номер. Если вас четверо, то 2000 за номер. Хорошая цена, бюджетная, при том, что июль у нас уже жаркий, море у нас до 30 градусов прогревается, действительно очень комфортно. И плюс еще море действительно в 15 минутах отсюда находится. Посидеть зона отдыха у нас также на первом этаже. Видите, все свободно, без проблем, и вечером тоже есть свободная. А защита от солнца защищает вот этот вот тент. Давайте пойдем дальше, в следующий номер. Это у нас будет номер 13, он также будет у нас трехместный, как и номер 5, как и номер 8. Я всем говорю, когда люди бронируют, то есть разницы нет на самом деле в номере, либо на первом просто этаже, либо на втором, только разница в этаже. Здесь номер 13, пройдемте в него. 13 номер у нас тоже свободен, но не по 19, а по 24 июля, то есть чуть-чуть дольше. Вот такой вот он выполнен в красно-синих оттенках. Здесь вот также еще есть дополнительный источник света и вверху, и внизу. Все работает, просто сейчас не дотянусь. Холодильник обязательно. С этой стороны комод, телевизор, вешалочки. Давайте сплит-систему еще покажу вам. Пройдем в санузел. В санузле у нас красивый красный санузел с душем тропическим и обычным. Здесь у нас зеркальце, раковина. Даже есть что-то для уборки. И есть даже тазичек небольшой, чтобы можно было постирать вещи в номере. Про стирку у меня также спрашивают. Есть у нас за дополнительную плату услуги прачечной, стирки, глажки. Поэтому обращайтесь. Еще раз повторюсь, номер 13-й. Трехместный, 1500, можно и вдвоем заезжать без проблем, 1500 в сутки. За доплату, если хотите, у нас завтраки от 100 рублей. 100 рублей завтрак с человека, можете у нас питаться также на территории. Только обязательно, когда будете заезжать, сразу скажите при заселении, что вот мы хотим завтраки. Завтраки у нас вкусные, повар у нас отличный. В номер 16, кстати, вот у него есть даже столик небольшой, правда, сейчас стулья, наверное, в другом месте. Давайте я вам покажу номер 16. Номер 16 также трехместный. Вы, наверное, уже не удивлены даже. Вот он такой же, как и номер 13. Видите, у него такая же цветовая гамма, только тот более красный, этот более синий, но тоже сине-красные оттенки. Здесь холодильничек, комод, сплит-система, телевизор, вешалочки. Также подойдет хоть для двоих, хоть для троих. Вид получается из окна тоже как бы в сторону дворика. Тоже можно будет увидеть людей. То есть при желании можно будет попросить, я думаю, пару стульев на ваш личный столик. Да? То есть как вы захотите. Можете спускаться внизу, трапезничать или просто сидеть вечером. Там более тенистая зона, поэтому будет комфортнее. Здесь у нас тоже санузел. Не переживайте, все здесь есть, даже если спрятано, все есть. Видите, номера чистые, они уже готовы хоть сегодня к заселению. Видите, вот сегодня 8 июля, вот трехместные у нас освободились, и как раз по ним акцию провожу. Напоминаю, вот номер 16 у нас свободен до 19 июля, так же, как и номер 10, так же, как и номер 5. И давайте, и также как номер 23. То есть вот у нас все трехместные номера мы с вами посмотрели. Такой стандарт, он двухэтажный. Здесь, соответственно,
У нас всего 16 номеров, но в некоторых номерах живет обслуживающий персонал. Это номер 3 и номер 11. Они у нас, в принципе, не сдаются, поэтому не переживайте, такой толкучки у вас не будет. Вот она, красота, про которую я говорила, цветочки везде высажены, красивая зона. Нет у нас, к сожалению, детской площадки или бассейна, вот многие тоже спрашивают, но мы находимся в 15 минутах от моря и, между тем, в 4 минутах от центра развлечений Витязева. Поэтому здесь куда-то прогуляться, развлечь ребенка вообще не проблема, потому что 4 минуты находится наша набережная. Если вы посмотрели номера, какой-то номер вас заинтересовал, более того, вы проходите по этим датам, спешите, звоните. Вот с сегодняшнего дня, с 8 июля по 19, много номеров свободных. Один номер по 24, один номер, получается, там на весь июль пока свободен. Бронируйте, буду рада. Вот мы немножечко снизили цены на вот это вот небольшое акционное окошко, будем так называть. Те, кто забронировал заранее, они уже попадают в пиковое время, или те, кто забронировал уже другие номера по комфортности и вместительности, также на эту акцию не распространяется, только вот на вот эти вот номера, которые я вам сейчас показала. То есть только на них у нас акция. У нас корпус есть еще повышенной комфортности, он трехэтажный, но там очень-очень мало дат осталось, июль почти у нас весь забит, поэтому там окон-то толком и нету. Только вот 23 номер, который я вам показала. Звоните, вроде как все показала по территории, кухню показала общую, показала даже парковку у нас охраняемую, закрытую напротив. Буду рада всех видеть. И вообще, ребят, не стесняйтесь. То есть, если хотите лично со мной увидеться, потому что действительно есть такие отдыхающие. Я живу в 5 минутах отсюда. Хоть я здесь и не каждый день, да, и не постоянно. Но если вы захотите со мной увидеться, поболтать, попить чаю здесь на территории, без проблем, позвоните. Я думаю, я найду на вас обязательно время. С удовольствием с вами посижу, поболтаю. А вы мне заодно запишите и расскажете, как вам здесь отдыхается. И будет у вас на память встреча со мной, и заодно вы потом себя можете увидеть на ютубе, показать знакомым, родственникам, как у вас здесь отдыхалось. На этом все. С вами была Светлана. Бронируйте, номер указан под видео и также есть в описании под каждым видеосюжетом. Всем пока-пока. Меня зовут Светлана Азаровская. До новых встреч.